В эфире «Мир компьютерных игр». Поприветствую всех вас, наших телезрителей. Сегодня у нас необычный выпуск. Он целиком и полностью посвящен киберспорту. А именно большому чемпионату Новгородской области по киберспорту от северо-западного телекома. И 30 сентября проходил большой чемпионат Новгородской области по киберспорту. Главный организатор – новгородский филиал северо-западного телекома при участии ресурса Сетинов и компьютерного клуба Unreal, где и состоялся чемпионат. И сегодня мы посмотрим, как все-таки проходил турнир. И для начала слово главным организаторам. Виктор Юрьевич, вот на моей памяти такой большой чемпионат по компьютерным играм, ну, впервые. Зачем вам, вот как главному организатору северо-западному телекому, это нужно? И вообще, сколько народу принимает участие? Действительно, в таком формате такой чемпионат проводится впервые. Приняло участие на сегодняшний момент порядка 200 человек. Это много. Это много, да. Это причем только те, которые реально приняли участие в отборочных играх или уже в играх в клубе Unreal. Ну что же, 200 человек – это только участники, не считая болельщиков, зрителей, которые могли наблюдать, как проходит чемпионат по онлайн-трансляции. И теперь самое вкусное. Мы подходим вплотную к главному действу. Немножко по цифрам пройдемся. Какие игры, сколько участников, какие команды? 4 игры. Это Warcraft 3 версии Dota. Это 16 команд по 3 человека в команде. Call of Duty 2 – 10 команд по 5 человек в команде. FIFA 2007 – 24 человека, которые вышли из отборочного турнира. И Battlefield 2 – это 6 команд по 5 человек. То есть 200 участников – это только вот кто, да, сегодня? Это, да, это кто реально. На самом реально, деле еще больше. Да. Мы проводим этот чемпионат 2 дня. Порядка 30 компьютеров задействовано. Это 200 человек, это только те, которые приняли участие за эти 2 дня. Ну и все-таки зачем вам нужно это все? В первую очередь мы поддерживаем молодежный спорт и в данном случае компьютерный спорт. Мы стараемся, чтобы северо-западный телеком внес свою достойную лепту в то, чтобы здоровая молодежь играла в игры, да, не занималась курением, пьянкой и так далее. Поэтому на все наши действия в данном случае и проведение чемпионата направлены именно на это. Здесь мне невольно вспомнились нелепые нападки дилетантов на компьютерный спорт. Мол, ничего хорошего в этом нет. Как правило, слышишь это от людей, далеких от темы. А на практике? Наиболее популярен киберспорт в таких странах, как США, Япония, Корея, Китай. Одни названия говорят сами за себя. Это и экономически развитые страны, и те, которые в последнее время буквально делают экономический рывок. А что удивляться, если в реальном спорте спортсмены развивают мышечную силу, то киберспорт – это развитие интеллекта. Так что этот чемпионат в Великом Новгороде – это косвенный показатель, что и в России не все так плохо. Развитие идет. Ну да хватит лирики, пора посмотреть вплотную на прошедший турнир. Итак, соревнования по 4 дисциплинам. 4 игры. Двум из них можно смело давать мировой статус. Это Warcraft и FIFA 07. Наиболее популярные сейчас и на мировых турнирах. Для тех, кто совсем не в курсе, мы делаем маленький ликбез. Пройдемся по каждой игрушке, начнем с Warcraft. Макс, ты смотришь, как проходит чемпионат по Warcraft. В двух словах, что, какая карта? Чемпионат играется на последней карте Dota All Stars 48B.
команде 3 человека, да? В команде 3 человека, и они выбирают героев по очереди. Для тех, кто совсем не играл, что происходит? Ну, две команды выбирают героев, и далее идет расстановка на линиях, и далее командными действиями нужно разрушить у андедов Frozen Throne и у эльфов Дерево Жизни. Вы не пропустили ключевое слово – командными действиями. Важна именно команда. Во всех смыслах, в том числе и команда, приказ, исходящий от командира. Во всех тройках мы наблюдали явного лидера. Warcraft – искусство войны. Играющие развивают навыки, полководца, тактики, стратегии. Увы, я уже отмечал, что насколько интересен Warcraft для игроков, настолько он малозрелищен со стороны. Разумеется, для обывателя, а не для людей, понимающих. Что поделать, реал-тайм стратегия. Конечно, когда встречаются равные команды, бой может и затянуться, поэтому есть ограничения по времени – 1 час. Если за это время никто не победил, то игра останавливается и подводятся итоги битвы. Кстати, судьи, кто следил за проведением турнира, также были и участниками, и нас не удивляло, что в финальных битвах принимали участие именно их команды. Переходим к FIFA 07. Как уже отмечалось, к очень популярной игре и на мировых чемпионатах. И для начала главный судья свое слово скажет. Денис, ты ответственный за чемпионат по FIFA 07. Скажи, схожи ли правила виртуального чемпионата с реальным? Да, во многом они схожи. Структура нашего чемпионата заключается в том, что сначала на форуме сетинов был проведен отбор. Из 30 с лишним человек были отобраны 24. В результате из этих 24 мы сформировали 8 групп, по 3 человека. Из группы вышли по 2. То есть вчера 8 уже вылетели. Сегодня проводится плей-офф, в котором определится победитель и вообще все призовые места. Есть ли какие-то реальные уже вот, претенденты на победу? На данный момент я никого не могу выразить, так как остались те люди, которые достойны этого и показывают достаточно интересный футбол. Сенсации какие-то были? Да, вчера уже вылетел один из участников, который считался претендентом на победу, его Ника Роппи. Вылетел, да? Вылетел, да. Но у него и группа была не очень слабая, достаточно ровная. То есть слепой жребий оказался к нему не очень благосклонным. То есть получается и в виртуальном футболе, как и в реальном, нужна удача, да? Да, без удачи здесь никак, так как компьютерный футбол – это такая игра, где мастерство не всегда играет первую роль. Когда я спрашивал о претендентах на золотую медаль, Денис скромничал. Он явный фаворит этого чемпионата. Отличный игрок. И когда пришло время для финального матча, нисколько не удивился, увидев на виртуальном поле Master of Puppets. Именно такой ник Дениса. Кто играл в любую серию FIFA, тот оценит сейчас картинку, происходящую на поле. Мы смотрим именно финальный бой за звание чемпиона турнира. Игру новичков легко распознать по достаточно неумелым действиям. Здесь же происходящее, честно говоря, удивило. Удивило тем, насколько виртуальная картинка похожа на реальную. И это отнюдь не похвала Electronic Arts. Хотя, конечно, они молодцы, сделали отличную игрушку. Это похвала игрокам. Все их действия и стратегия напоминают реальный футбол. Если новички тупо прутся через защиту к воротам, дабы нанести заветный удар, то здесь мы видим и красивые комбинации, и навесы в штрафную, и, конечно же, голы. Невольно захотелось прокомментировать победную комбинацию и победный гол Дениса. А началось все вот с этого удачного удара вратаря от ворот в центр поля. Бывает, атака на этом и заканчивается, мяч попадает к сопернику, но только не в этот раз. Отличный перевод на левый фланг, далее точный пас Рональдиньо в штрафную зону и красавец гол. Да, защита оставила Рональдиньо один на один с вратарем, и вратарь был здесь бессилен. Мы, кстати, не зря говорим о наградах. Организаторы приготовили для победителей действительно отличные призы. Чем отличается ваш чемпионат от подобных, более мелких, скажем, призами какие-то? Конечно, во-первых, это большой набор призов. Каждому победителю будет приз, значимый за первые места, особо значимые призы. Обязательно каждому грамота.
и обязательно каждому медаль на грудь. Специально изготовлены медали. Все как положено. Обязательно. И второе, чем мы еще существенно отличаемся, то есть мы проводим онлайн-трансляцию всех игр, которые были в данном чемпионате. То есть люди, которые присутствуют здесь в качестве зрителей, могут посмотреть и поболеть за свою команду. Однако о наградах, медалях чуть позже. Пока переходим к следующей игрушке турнира – Battlefield 2. Думаю, не так уж много людей из числа телезрителей играли в этот 3D-экшен. Это чисто сетевой проект. Кстати, когда мы спросили организаторов, а почему отсутствует такой мегахит, как CS, нам справедливо заметили, а есть немало других интересных игр. Да и хотелось повысить возраст участников. Ни в коем случае не хотим обидеть поклонников Counter-Strike. Но игроки в CS сильно помолодели, играя чуть ли не в детском саду. Battlefield – более интеллектуальный, более реальный 3D-экшен. И мы это видим и по составу играющих. Взрослые лица киберспортсменов. Для тех, кто не играл. Я, кстати, тоже отношусь к этому числу, поэтому пришлось разбираться в сути происходящего. Если коротко, две команды из пяти игроков. На карте есть флаги, этим, кстати, Battlefield напоминает знаменитый квейковский Captured Flag. В общем, либо захватываем флаги, либо проигрываем или выигрываем по билетам. Их условно можно назвать жизнями. По 100 билетов у каждой команды закончились билеты проигрыш. И четвертая игра турнира. Это великолепный 3D-экшен на тему Второй мировой. Call of Duty 2. Отличная игрушка. Притом, если современную молодежь не слишком-то интересуют фильмы и книги на эту тему, то пусть хотя бы компьютерные игры не дадут забывать эту мировую трагедию. И опять, для тех, кто не играл, в двух словах. Игровой процесс очень напоминает Counter-Strike. Костя, почему такая классная игра, а CS популярнее? Ну, CS, он проще, требований меньше есть. Вот. Но что сделать, чтобы она стала популярной, как CS? Больше рекламы в сети, больше серверов. Серверы есть у Новгород Телеком, я же знаю. Конечно, да, у нас самый популярный сервер в России. Самый популярный в России, да? Да, очень много, до 40 человек играет, как круглосуточно. По правилам? Игра ведется до 16 очков, как и в CS, в принципе, все. То есть считаем правилам. Количество убитых, да? Да. Сколько человек в команде? В команде, так же, как и в Counter-Strike, 5 человек. Сейчас у нас что идет? Сейчас финал. Финал, две команды осталось. Да. Как уровень игроков? Очень сильный. Сильный. Самые лучшие команды в Новгороде. Схожесть с CS определяет и опять-таки. Борьба сил добра и зла. Здесь союзные силы антигитлеровской коалиции и фашисты. Костя, за кого больше нравится играть? За союзников или за фашистов? За союзников, хотя на разных картах по-разному. По-разному, да? Угу. Это по политическим соображениям? Да. За фашистов неприятно, да? Да. А между тем можно подводить первые итоги турнира по игре Call of Duty. Он закончился победой команды Last Fight. Как уровень чемпионата, капитан? Довольно неплохой. Можно поставить 5 баллов из 5. Даже 5. Так, игроки согласны? Да, хорошо. Согласны. Как киберспортсмены тренировались? Вы вообще долго тренируетесь, чтобы выиграть? Ну, я играю около года примерно, даже, может, чуть меньше. Там. Ну, чуть по 2 часа, да? часа в день. По 2 часа в день. Были серьезные соперники, кто скажет? Не особо, не был. Не то есть легко выиграли, да? Ну, да. Без особо. Получается, 2 часа в день, год, и вы победители, да? Да. В общем, кибертренировки, как и реальные спортивные, занимают примерно равное время. На будущее планы есть? В следующем будете принимать участие в чемпионате? Ну, если такой чемпионат будет проходить, то, естественно, да. Ну, организаторы, я думаю, слышат, и они скажут, что, конечно, будет. Будем надеяться. Слово организаторам мы еще предоставим, но пока, чтобы подзавести участников, приоткроем некоторые планы на будущее. А в планах – провести турнир по игре Team Fortress 2. Action с хорошей порцией юмора, где кучу солдат может уничтожить обычный инженер. Однако на инженера найдется свой пулеметчик. Но на каждого пулеметчика есть свой снайпер. Однако на снайпера найдется шпион. В общем, много персонажей, отличная графика и геймплей.
Организация чемпионата помощь оказал ресурс «Ситинов». Александр, каков вклад в этот чемпионат ресурса «Ситинов»? С нашей стороны были предоставлены сервера, настроена онлайн-трансляция. Все желающие смогли прийти, посмотреть, что происходит в данный момент в клубе. Были предоставлены мини-организаторы, которые следили за участниками, следили за каждой игрой отдельности, вводили результаты на планшетах на улице, что любой желающий мог подойти посмотреть результаты данного чемпионата. Какой же чемпионат без наград? Новгородский филиал Северо-Западного телекома приготовил отличные призы и подарки. Первое место в Call of Duty награждается команда Last Fight. Призов и медалей было много. 3 призовых места в каждой игре. Разумеется, показать всех победителей мы не сможем. Подробные итоги чемпионата можно посмотреть на форуме ресурса «Ситинов». Виктор Юрьевич, наверное, уже можно подводить итоги. Да, конечно. Одно видно сразу. Чемпионат удался. Количество принявших здесь участников велико. Спасибо всем, принявшим участие. Особая благодарность тем, кто выиграл и показал свое мастерство. Молодцы. Наше уважение им и наши подарки. В дальнейшем я прошу всех принимать участие в тех мероприятиях, которые проводит Северо-Западный телеком по компьютерным играм. Всем удачи, спасибо. Ну что же, здесь можно ставить точку и в нашем рассказе. Турнир состоялся, прошел хорошо. Организаторам большой респект за хорошее судейство, за подготовленную технику и, конечно же, за большое количество призов и медалей. А дальнейшая судьба киберспорта в Великом Новгороде и области, на наш взгляд, и будет зависеть от таких турниров, которые дают стимул для всех участников. Пожалуй, ко всему вышесказанному добавить больше нечего. Наша программа, посвященная большому чемпионату Новгородской области по киберспорту, подошла к концу. До свидания. We'll be right back.